момент. А на положение вне игры просит посмотреть эту ситуацию Александр Гулявцев. Да. Но все равно, как он все именно, чем бы не закончил все это, как он это все делает. Ну, давайте смотреть. Вот, подбивает он клюшку защитнику и оставляет не Лазарев. И оставляет не удел, поднимая шайбу над щитком Аликина. Очень все красиво на скорости сделал Александр Семин. На положение вне игры. Запрос. Так, ну и сейчас самое время очень серьезно поработать у лайнсменов Глеба Лазарева и Никиты Шалагина. Внимание! Видеопросмотр определено. Положение вне игры нет. Хороший круг.